«Главные кадры», так называется выставка в Манеже, выставка, которую организовал ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза. Но там больше, чем Советский Союз, там целая эпоха. Манеж — это вроде бы не Лужники, но и здесь везде поставили заграждение. Будто бы одновременно сюда приходит 70 тысяч. А самое главное, билет бесплатный. Вообще ТАСС появился в Советском Союзе, но телеграфное агентство было еще до революции. Его эстафету ТАСС и подхватил. Поэтому 120 лет истории. Кстати, именно так выглядели полки фотоархива в ТАССе. Очень похоже на нашу видеотеку. Здесь транспорт, города, сельское хозяйство, все разбито по таким темам. А у нас голы Месси, лучшие матчи Марадонны. Ну, в принципе, суть одна и та же. Полочки, полочки, полочки. Выставка разбита по темам. Столица. Это про войну, самочувствие, про здоровье, создание. Там дальше стиль, кино и так далее. Стиль, конечно, мощнейший стенд. Прежде всего, своим заголовком. Смотрите. Феллини. Советский Союз опередил время. Чтобы посмотреть самый крутой снимок в разделе «Кино», надо пробиться сквозь толпу. Спорт где-то там. В таком синем цвете здесь все. Как будто мы действительно попали в какое-то хранилище или в операционную даже. Поэтому не удивляйтесь таким оттенком странным. Ой, а можно вас спросить, что вы делаете? Рисую. У меня вот ракурс, который сняли, видите, он завис. И чтобы это не забыть, фотографировать это очень сложно, скучно. Я вот рисую тему, которая, чтобы не забыть, вон в воздухе, видите? А внизу там толпа будет. Всего лишь. Это будет значок. А вот человек, который запечатлен в статике, он вот такой. Это Платон Ипполитов, скороход. Такое впечатление, что каждый значок ему давали за пройденные 100 метров, а может быть даже за 50. Вот, кстати, целый стенд о поездках в Хабаровск на матче чемпионата России. Вот Юрий Павлович Семин во время матча. Вот разминка «Локомотива». Вот болельщики на трибунах. Ну и... я так понимаю, что это третий тайм. А ведь судейская бригада. Молодая королева Елизавета. Самая-самая фотка? А, ну все, она самая известная. Да, это фотография Макса Альперта, комбат. Во время съемки начались боевые действия, и фотоаппарат разбился, поэтому сохранилась только пленка, и в то же время комбат, который повел за собой отряд, он погиб. В первые дни работы выставки приходил фотограф, который ветеран ТАСС с красной карточкой, и рассказал, что на самом деле фотография абсолютно постановочная. Короче, это миф. Да, это миф, и вот эти вот ребята здесь, они лежат и смеются, и весь этот подвиг, он просто выдуман, и даже в 2017 году никто не хочет признаваться в этом. Фотографическое дело очень похоже на телевизионное, везде создаются мифы, везде обман. Видите, оказывается, одна из самых хрестоматийных фотографий в истории вообще – фото. Постанова и подстава. Миф. Красиво, но не совсем правда. Так и на телевидении. А это очень интересная стена, безымянные кадры. Фотографии, чье авторство не установлено. Хотя здесь очень крутые фотки. Фотография команды «Динамо» угодила на этот стенд безымянных фотографий. То есть неизвестно, кто делал вот это фото. С Яшиным и с одним хулиганистым динамовцем, который взял и отвернулся от всех во время фото. Кстати, вы знаете этого парня? Я начинаю подозревать, что рубрика «Безымянные фото» — это тоже миф,
поскольку тут очень известные фотографии, и непонятно, как их авторов можно было потерять. А вот жемчужина этой коллекции, свадьбы Терешковой. Класс, да? Тоже постанова, наверное. А можно мы вас поснимаем? То есть они вот сидят, у них руки чешутся. Я говорю, ну снимайте. Вот. И на следующее занятие прихожу, и они, значит, на доске прикрепили там фотографии. Ваши? Мои. Ну а какие же еще? Ну это на месячных курсах там. Вот. Но они вот... В чем-то они вот как дети, понимаешь? Они вот такие. И вот этот вот профессионализм, ну совершенно какой-то потрясающий. Просто, просто. По этой выставке можно ходить бесконечно. Вы окунаетесь в обаяние огромной, сильной, но уже не существующей страны. В этом главный, пожалуй, посыл этой фотовыставки от ТАССа. А не пора ли отсюда? Пора. Советский Союз – это было круто. Вот главный посыл выставки. Кстати, а Манежная площадь уже вовсю готовится к приезду Гарри Линекера. Вот уже здесь штучки для жеребьевки. Все остальное, чемпионат мира на нас надвигается стремительно. Много-много хороших фотографий будет на нем сделано.